Всем доброго времени суток, мистер Рапид, на место мобиль, у нас Volkswagen Touareg 2007 года выпуска, автомобиль оснащен надежным мотором 3 литра дизель, соответственно, на автоматической коробке передач, на полном приводе, красивый, шикарный черный блестящий цвет, и также, что мне нравится, то автомобиль не на пневме, а именно на пружинках, то есть это получается гораздо более надежнее, можно в нем ездить также комфортно, и повышенная проходимость в автомобиле все-таки же присутствует. Так, значит, сейчас мы с вами переместимся в салон, посмотрим состояние салона, пробежимся по комплектации автомобиля. И на этом будем заканчивать небольшой видеообзор. Здесь у нас с вами чистенький ухоженный салон. Сиденья, спидкарты, двери сохранились очень хорошо. Не забываем, что 2007 год. Спереди у нас с вами такой же замечательный салон. Сиденья сохранились чистенькие, ухоженные. Немножко вот здесь вот потрескалась кожа от старости. Это, в принципе, можно все отремонтировать. Сейчас это все делается. Сбоку там, честно, даже особо-то не видать. Так, значит, сами сиденья полностью, остальное все в классном состоянии. Карты дверей, панель, также водительская дверь. Теперь давайте будем смотреть комплектацию. Как видите, здесь у нас с вами мультируль. Можно управлять штатной системой, также бортовым компьютером, круиз-контролем. У нас здесь с вами стеклоподъемники, управление сетевыми приборами, автоматическая коробка передач. Здесь у нас с вами управление полным приводом. Есть регулировка зеркал, подогрев зеркал, также функция складывания зеркал, прикуриватель. Так, здесь у нас располагается двухзонный климат-контроль. И вот здесь у нас вот есть такие крутилочки. Здесь у нас с вами подогрев сидений на 5 режимов. Чуть повыше располагается штатная магнитола с приятным звучанием. Музыка играет очень приятно. Значит, в комплекте будет 2 ключа. Также у нас с вами имеется датчик дождя. Так, и у нас с вами сейчас заведен автомобиль, ровненько работает мотор, пробег я вижу на автомобиле 221 тысяча километров. Кстати, сейчас заведен мотор, четко, ровно, мягко работает, так что машина в хорошем, достойном состоянии, приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв, вместе с вами заведем, прокатимся, понравится автомобиль, сможете у нас его приобрести по системе трейдинг, кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь, спасибо вам за просмотр, хорошего вам настроения, всего вам доброго, до свидания.